Ну, как? Что вообще? Как это? Это вот... Великолепная передача. Как болеть за этих людей? Это вот что вообще? Вот как вообще? Ты выходишь один на один с вратарем, и ты не можешь забить гол. Как за этих людей нормально, спокойно можно болеть? Ничего, иди играй. Нет. Мы почему-то не можем реализовать момент. Как будто я не знаю, что происходит. А, так это нам забили. Чего ты радуешься? 1-0. Все очень-очень плохо. Челси. А Хэм не будет играть? Будет. Почему он раньше сидел на лавке, а Педжей нет? А потому что у нас тренер козел. О, Господи, мама! Твою мать, ну вот только этого нам не хватало. Чего? Идите вы в жопу! Вы нам капитана сломали, мрази! Чего там? Он не виноват, Фрэнк, что ли? Нет, что Фрэнк не виноват? Фрэнк никогда не виноват. Фрэнк хороший всегда. Петя бог вообще. Петя божит сегодня вообще. Влад, ты будешь смотреть футбол? Буду. Сядь и смотри. А когда будет прыгать? Через 20 минут. Я хочу грибочки съесть. А нет. Я хочу, чтобы... Влад, подожди, пожалуйста! Блинский блин! Чего, Фрэнк, что ли? Это должен был быть 202-й. Когда же гор забьем? Мамочку! Мамочки! Мамочки! Не плачь. От партнера Форд Челси. Хорошо. Вот давайте.